И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами сын Mass Effect Andromeda. Сюжетное задание, но прежде чем мы по нему полетим, ну вы поняли, немножечко доложусь, что я тут нашурудила. В общем-то, все-таки поменяла обратно палач на коготь. Единственное, что это новый коготь 8 уровня, и прям-таки даже не знаю, как бы его показать. Выглядит он вот так. То есть урон, конечно, поменьше, чем у нашего дробовика, главного оружия, но этот коготь сделан как раз-таки с упором на импульсные патроны. Просто выносить он будет. Мало того, что здесь еще все идет на урон, и при этом на увеличение магазина, насколько это вообще возможно. То есть все вот эти плюшки, они без побочных эффектов, ну, не считая тяжелого магазина, но это не важно. Он всего лишь вес добавляет. И, в общем-то, в него, именно в коготь, буду пихать импульсные патроны, чтобы выносить всех, кто бегает со щитами. Потому что здесь и урон более-менее нормальный, и максимальный магазин тоже неплох. Дробовик по-прежнему апостол. Не знаю, есть ли тут смысл что-то говорить. Черная вдова как была, так и осталась. Что касается брони. Шлем остался прежний, панцирь себе новую сделала, выглядит он следующим образом, то есть 10% увеличения урона при попадании в голову, урон от оружия, вот, по большей части именно из-за этой фигни взяла, ну и, в общем-то, как-то так. К заряду щитов при убийстве врага, ну, чуть-чуть сопротивление, биотика, ну, здесь всякая мелочь, короче, и комбо-мод мастерства техники, как раз-таки хотела его опробовать. Выглядит он следующим образом. 30% урона от умения технических. Ну и, в общем-то, чуть-чуть биотика. Конечно, урон от оружия снижается, но как раз-таки я хотела вот эту вот хрень перекрыть непосредственно вот этой штукой. Грубо говоря, урон от оружия у нас, ну, не плюс 18, а плюс 8%, но это не важно. Зато, как бы, у нас как раз-таки техническая вот эта фигня, ну, это неплохо. Думала все оставить вот это вот при попадании в голову, но не всегда получается целиться в голову, а вот техникой я пользуюсь довольно часто, тем более 35% от объема магазина вообще как-то не хочется все-таки терять. Ну и, соответственно, ножки себе сделала огненные, прыжок в бой 50% электрического урона. Я, кстати, хотела огненный сделать, а сделала электрический все равно урон. И назвала огненный. Ну ладно. Потрясающе. Опять же, техника. Короче, упор на технику вернулся к нам, потому что все-таки мне не хватает. Серьезно, я вот бегала с вот этими вот ногами, руками за стрельщика, и я поняла, что урон от оружия, это, конечно, весело, но урона от технических умений мне пипец как не хватает. Я уже привыкла, что когда я жахаю какой-нибудь техникой, там, поглощение энергии или перезагрузка, у меня прям сносится, ну, нехило так. И щитов, и здоровья. А тут, как-то вот бегая со всеми этими застрельческими амбундированиями, поняла, что мне этого очень сильно не хватает. Поэтому вернула ангарские шмотки, соответственно, ангарские ручки тоже на месте. Вот, опять же, во время парения 35% к техническому урону. То есть это еще плюс к тому, что у нас уже есть. Мало того, что здесь само по себе 10%, так еще и во время парения, что я уже привыкла делать, опять же. Ну, вот, ну, сами понимаете, да? Чувствуете разницу. Ну и, в общем-то, как-то так. Сюда поставила, ну, импульсные патрульные остались, зажигательные вместо замораживающих, и вот это все осталось, в принципе. Персонажам качать особо нечего, у них уже все на максимум, поэтому вперед же. Ой, тараторила, простите. Суви, я тебя люблю, без тебя бы мы этого ничего не смогли добиться, потому что, напоминаю, именно она у нас нашла. Меридиан. Суви вообще умная девчонка. Я тут пока полетала, кстати, открыла все эти вот дополнительные солнечные системы, все отсканировала. Ну, знаете, чтобы перфекционист не ныл. Нет, я не все отсканировала. Скопление Лея 88%. Почему? А, потому что вот тут еще не все. Ну, сейчас мы туда долетим. И все будет. Ой. Осталось два задания сюжетных. Вот это и еще одно. Но я не уверена, будет ли это прям задание, или это будет что-то с чем-то. Так, хорошо. Давайте напоследок, так сказать. К
круг почет по Солнечной системе. Я, кстати, нашла несколько планеток, на которых вполне себе присутствует жизнь. Ну, то есть хорошая такая жизнь, там и леса, и все. И вода даже на некоторых имеется. Спрашивается, что мешает, да? Вместо того, чтобы ковыряться там на Эосе на каком-нибудь и устанавливать, активировать хранилище, ну, пилы-палы, исследуйте чуть-чуть поподробнее соседние Солнечные системы. Вон там нормальные обитаемые планеты. Ну ладно. Угу. Ну, текст описания планеток, я думаю, вы читаете, если вам интересно, да? Моя цель просто дотыкать. Ну и посмотреть. Все-таки это последние планеты, которые мне нужно отсканировать. Потому что все остальные уже оприходованы. Слушай, сегодня раздоли. Черт. Мимиметраж. Ледяной пласт. Ну ладно. Все, последняя планетка. И заданется. Все. Ну, ну-ка скажи мне. 88? Все еще 88? Почему? У меня здесь все прям на 100, на 100, на 100. Может, это по заданиям имеется в виду? Прогресс, мол. Не все задания сволочь выполнила. Но это как-то обидно, с учетом того, что у меня карри все еще. Не это самое. Ой, да идите ты нахрен. Короче, все, полетели. Меридиан. Вы можете продолжить изучение рейд до завершения основной сюжетной линии или после нее. Вы хотите высадиться и выполнить задание на Меридиане? То есть это прям... Это что, прям финаль-финаль? То есть это последнее задание? Я думала, еще что-то будет. Ну ладно. Ну нет, так нет. Прости, Кэрри, не снимешь ты свой фильм. Может быть, потом когда-нибудь. Так, ну я, скорее всего, возьму Джаала. И... Драка что-то боюсь брать. Если честно. Ну давайте на этот раз Пиби. Кора уже свою видела. Если по способностям смотреть, как раз-таки Пиби у нас биотик. Да? Ну, во многом же благодаря ей мы некоторые штуки все нашли. Вообще, мне почему-то хочется ветру взять, но... Не знаю. Драка я боюсь. Я бы его взяла, серьезно. Мне кажется, он заслужил быть в такой войне, но что-то мне кажется, он откинется. Хотя, конечно, вряд ли, но... Ладно, пускай будет Пиби. Мне кажется, можно. Все, с Богом. And all our work together will pay off. Ready? It's time, and we're due. This is what we've been fighting for. Let's go already. Tempest, we're going in. Quiet so far, but something's different. Orbital scans identified a separate energy grid within the tower. Meaning? Defenses here may not be on our side.
Хреново. 145 метров до projected override controls. Through the door. Eyes open. Охренеть, конечно. Но пока тихо, да? Remnant, and they don't look friendly. Understatement. Воу. Ушла. Не рассчитала. Да что ж с меня вечно летишь, что ты куда-то не туда? Я, кстати, что-то я совсем забыла сказать, то что у меня вот эта пушечка, она теперь стреляет немножко вот такими вот электрическими, во-первых, зарядами, и их можно заряжать, и они будут бить больнее. Сейчас нужно будет посмотреть, как это в сумме работает. Профиль у меня, кстати, стоит исследовательский, потому что урон от оружия, кстати, здесь еще плюс. То есть, грубо говоря, у нас все-таки не плюс 8, а побольше. Плюс 23, плюс еще сопротивление урона, техника, скорость перезарядки, биотика урона от умения, потому что биотикой мы пользуемся. Ну и... Да. Топово. One last remnant door. Controls are ahead. Projections suggest multiple launch bays and possible links to Meridian deployment. We are so close. After so much fighting. It's right there. We just need to apply the override, and the remnant will show the way. Тоже Авдорика. Sam, everything ready? All relevant data is queued for uplink. Right. Let's find a path. Remnant ships have lifted off. They're following the override vector. The Scourge is moving. But they're getting through to... something. Meridian, Pathfinder. A remnant planet? Constructed? These readings are... Wow. It's hollow? Like your Dyson spheres, but moon-sized. A self-contained seed world. It is the heart of the Vault Network, and when reactivated, every connected planet will be affected. It is the means to make Helios a home, Pathfinder. This is the day everyone in the Initiative has hoped and worked for. Ever since we left our own stars. Congratulations, Pathfinder. A great day for us all. Ну, конечно, Nexus. I believed you a fitting rival, but you are a false thing, a lie. Once I saw what made you special, your connection, I knew how and when to take it from you. I let you find Meridian. And now, I'll use your Sam to weaponize it. All Helios will be exalted, or one by one, your worlds will die. Starting with Eos.
All I need to start is an implant like yours. And thanks to your memories, I know who else has one. Another reason to take the Hyperion. Нет. Fall to darkness, Pathfinder. You were almost worthy. Ничего. Я тебе сейчас жопу-то надеру! Сейчас вот выберусь отсюда. Резервный источник питания в мозгу включу. Get everyone to the medbay. Hold there. What the hell is happening? I have no idea. Hello, Scott. Sam? How are you? What's going on? All we know is we're being overrun. Cat forces are sweeping the ship. They're looking for you. Scott, the Pathfinder needs your help. This is crazy. She's closing on Meridian. Скотти, спасай. The Archon has severed my link to your sister's implant. If basic function isn't manually restored, she will die. What? Scott, please, proceed to depot K4 to secure a weapon. Son of a... Ууу, блин, прикольно, Скотти! The Archon isn't stealing the Hyperion. He wants you and me. Your implant is the same as the Pathfinder's. He'll use us to control Meridian, and your sister will die. The Archon will kill her? No, losing me will... Фаланга, господи, серьезно? Сэм! Че там? Так, давайте мы вот это дружно все почитаем попозже как-то, да? Так, все, уроды. У меня есть, кстати, профили? Нет. Слушай, я вообще прям гол как сокол. Еще с фалангас это дебильный. Да не страшно, нормально. Пошли вон, уроды. Я стараюсь. У меня, главное, ничего, не способности никаких. Вообще ничего. У меня даже щитов нет толком. Ну, хоть прыгать могу. С фалангой, господи, серьезно? Пипец, на кошмаре. На безумии, вернее. Так, круто. Господи, два врага, а столько проблем. Вот она разница, да? Короче, закликаю сейчас. Пшел нахрен. Нет, не туда. Нет, Скотт, пожалуйста. Нет! Убили как собаку. Смешно, причем убили. Выскочила, конечно, неудачно. Слушай, офигеть. Вот это неожиданно. Ясно. Нет, это была плохая идея. Слушай, вот челлендж. Вот это я понимаю. Ой. Ладно. And losing me will kill her. So when the comms dropped, she did too? Hurry, Scott. Так, как бы... Может, бежать надо? Слушай, ну вообще, конечно, вряд ли. Слушай, чувак, помогай. Я как бы только недавно из комы. Да ёперный театр. Одна граната, блин. И одна фаланга. Загривок тебе, сволочь. Ну вот дебильная фаланга это ваша. Сдохнешь ты сегодня, нет? Ой. Главное не подохнуть вот в следующем коридоре. Фу. Сохранение мне дай, Сэм. Здесь оружие-то есть хоть где-нибудь? Одна граната, серьезно? Скотт, ты не можешь унести больше? Я как бы... С одной гранатой, понимаешь, женщина? И с одной фалангой. Одна фаланга. Разбирайтесь сами, короче. Гори в аду, сволочь. Уж пипец вы живучие. Я надеюсь, мне не попадутся враги со щитами. Вообще вряд ли. Потому что это так чисто, знаете, символичный пробег. Ловите, козлы.
Пердак тебе. Scott, Sam said you're fighting to the comm override. You can't. Чё это? That's what I thought. It's crazy. No, I mean take the access route. If the Pathfinder's in trouble, that's all we need to hear. Keep pushing, Scott. We'll barricade at the maintenance access. Так, все живы? Сохраниться-то, кстати, может? Нет, конечно. Давай, Скотти. Не помирай только. Hold them. Scott needs to get to that maintenance access. You can't fight them all, Captain. Then make it quick. Get to the QEC. Get into the access tunnel. We'll hold them. Ну, блин, держитесь тут. We'll cover you. Run for the access tunnel. Не помирайте только, слушайте. Sam, the captain won't last. What are we doing? Manually send a reboot signal. It will reset your sister's implant. So, default settings? To restore the functions I shouldn't have taken. With luck, her heart will not have stopped. Since when do you rely on luck? I am not sure. Это интересно. Архонт. Потом почитаем все дружно на записи. На паузе. Это же, я сейчас не буду этим заниматься. Okay, we're here. One pulse, Scott. That's all the Pathfinder needs. And it probably alerts the Archon. He'll know where I am. I am sorry. Me too, Sam. Me too. Вы сейчас брата моего убьете, охренели, что ли? Серьезно? Ну не, нам не показали пока что ничего. Но, блин, если он не выживет, это будет пипец жестоко. Open, you fools! Tempest! The Pathfinder is down! Come in! But you were dead. The Hyperion's dark. Sam with it. We need to get back. But how? The door is remnant. You need Sam to open it. We need to get back. So painful. Your bravery is inspiring. We need to get back. It's moving. Your vitals are crazy. Are you sure you want to continue? I can do this. You look ahead. Can you go on? To the Tempest. We have to move. Брата спасать! Давай, милая. Я понимаю, что ты не можешь бежать. Нет, можешь. Все, бежим. Очухалась. Я тут, Кэло. We're here, Tempest. I got her. I got... Hey. Pathfinder. Kit took down the comms and hijacked the Hyperion. I know. The Archon's been planning since his flagship. He used me. The Pathfinder is going to need medical... help. Shit! Shh. We're getting reports from everywhere. All remaining Ket ships are on the move. It's all the Archon. If he takes Meridian, he'll destroy worlds. Starting with Eos. Чёрт, там первый ребёнок. He thinks he's won. Pathfinder. It kind of feels like he has. Не дам. Не дам, уничтожу. Брата моего взял. There you are. You need to stop doing this. Nice to see you too. News on the Ark? Still headed to Meridian with a small flotilla. You got the last signal before the Archon locked it down. We're not letting that stand. Be ready to move. Wait, we need a plan. Stop ship, kill Jerk. With what? He has Sam. He has ships. But I am still able to... do something.
He's got the Hyperion. That's how many thousand hostages? How many worlds does he destroy if we don't move? And how many do we save if we get ourselves killed? Well, we have to do something, right? I know, but the Tempest is one ship and she isn't even armed. Архитекторы! Come on! Это даже лучше. You did an impossible thing. Can you keep that up? Have them fight for us? Без понятия. Но выбирать не приходится. Cat are tough, but Remnant hit hard. The promise of that could inspire others to join in across the cluster. We have a for real shot at this. Rally the troops for a last stand. I just pulled a front line out of thin air. With all our friends supporting that, we can beat the Archon. It'll be enough. We have to try. We got here by reaching and being smart. We're explorers, not an army. That's not a weakness. It earned us everything. Sure, we've been outplayed. The Archon is a master of his game. We are about to change the rules. Да! Такая кучка козявочек идет. Да, мы победим! Да, да! Ой, эпично. Господи, как я люблю эпичные вот эти вот моменты. Где бы они не были. Каким-то образом одолеть флот. Everyone is prepping, Pathfinder. Костюмчик. We should talk. Come to the bridge. Ой, какой у меня интересный костюмчик. А что это за костюмчик такой? Баран's worked out how to use mass effect fields to throw asteroids. Brilliant. Ничего, финальный диалог со всеми, пока мы летим к Нексусу. Contacted the outpost. Need a queue for people willing to help. Окей. Диван еще жив? Диван жив. Ну, это самое главное. Так, тут никого, ничего. You're still keeping secrets. You have friends you don't know about. A lot of rainy day equipment is about to show up. Так, пока мы на первом этаже. Whatever happens, this will be the Tempest's finest hour. Let's show the Ked how a real ship flies. Суи. Everyone is tying into the Tempest. And I kind of just realized that we're all here, Sam, now. Ну, не без этого. Так, Лекси. Мне нужен укол в задницу для разогрева. I have a cocktail of meds to keep you at peak. The come down will hurt worse than anything the Archon can do. Не знаю, надо ли мне это. Укол в задницу был бы более предпочтительным. Слушай, а что за на мне за шмотка такая? Я ее могу как-то перекрасить? This'll have to wait until the current crisis is over. А, ну простите. Космический хомяк, ты жив? Я рад за тебя, все хорошо. Может, письма какие-то ко мне пытались долететь, кстати? This'll have to wait Нет. until the current crisis is over. Хорошо, ладно. Так, Пиби. Gil and I have got everything wired together. He says it's like butter. I think that's good. Джал. They're up for it. Excited. Well, that's good. All Angara. All the families are offering everything we have hidden until needed. Так, я что-то Гила немного потеряла. Ну, в принципе, я ничего особенного не говорит, если честно. Ладно, черт с ним. Пойдемте. А кто сидит, извините, вот на мостике? Сохраниться, кстати, не дают. Ладно, с богом.
Да что тут выбирать? I saw what happened out there. Waste of a good speech if you didn't. Not that, and you know it. Using Remnant without Sam hurts you. A lot. A little nosebleed. Gil can put a humidifier on the bridge, it's nothing. Don't do that. I'm not blind. Maybe you can raise a fleet, and make a bunch of explorers act like soldiers for a day. I only know one thing. We can't bury another Pathfinder. We'll all be standing at the end, I promise. Ryder? I'll hold you to that. Someone better. Слушай, нет, я что-то ломанулась, у меня же Джал и Пиби остались. Ну хотя ладно. Это не так важно. It is beautiful, isn't it? This weapon, it created life, and yet only I see its full potential. And I even have the means to achieve it. О, анимация. You. I saw you from my flagship in the Pathfinder's memories. You have an implant. Руки убрал. Connection. And with that connection, I'll take Meridian. And then Helios will surrender or burn. You'll get nothing from me. My sister will stop you. We'll know soon enough, because your Pathfinder is already here. Ну, сейчас ты огребешь. Обиженка. Упс, смотри, у меня подкрепление. Какая досада, да? You continue to defy your limitations. Impressive. You okay? He's crazy. If we don't submit, he'll use Meridian to kill everyone. That's why he took me and Sam. You say that as though I should feel guilty. Exaltation is a gift. Those who can't see that deserve to die. You still command Remnant, but that began with the Sam and the implant. And now I have both. I no longer need you, Pathfinder. But since you insist on interfering, I'll give you my full attention. А у меня все еще есть код от кетов. Хочу заметить. Это мой козырь. Если нам, конечно, дадут им воспользоваться. That's more than we thought. We've got this. They're closing! All sides! We need cover. Hug the Remnant. Rock in a hard place! Ryder? Ryder! When your back's against the wall, if you can't run from it, use it. Stop running and use it. Callow, how close can you edge the Scourge? Too close? Why? Bring us in tight so I can group the Remnant. We're using the cluster's biggest headache to our advantage. О, боже, как это круто! Clusterfuck is all you. I'm not playing your games anymore. You wish to force my hand? So be it. Unlike you and the Pathfinder, I do not require yours. You've made this much more difficult, Pathfinder. But not for me. Держись, Скотт! Держись! Wonder.
Whoa! Sorry, gravity's inverted. Ух ты ж! Тихо. Can't see the Hyperion. Extrapolating from last known position. It wasn't built for landing. We'll beat it down, like it or not. Wherever the Archon goes to ground, that's where we're heading. Pod drop in 5, 4, 3. Мягкое приземление. О, джунгли прикольные. Но неожиданно, если честно. Pathfinder, it snapped dead. That's why we lost it. Looks like maneuvering thrusters only. The Archon's betting we won't chase him with the Ark at risk. We'll guard the Hyperion. Kandros? Who's with you? The invitation was open. Unless you're refusing Kadara's help. We hold the cat. You secure Meridian. Let's find the Archon. О, ребятки, боже мой! Красавчики! Боже мой, как это круто! Pathfinder? He's taken them. Captain Dunn? The core is lit up like Christmas, but Sam isn't talking. I think the Archon... Shit, I don't know what he did, but he has Scott. Whatever Meridian can do, he'll try to take it. We're not giving up! Not when we're this close! Уничтожу просто. О, боже, посмотри, насколько это круто. Hard starboard! All power! Didn't like the sound of that, Ryder. Keep pushing. Go! That... not the Hyperion. Kenner deploying to defend the Archon. Getting close. No, really. What do we do? He's right. Mix with the ground troops. The big ship can't fire on you. Not sure we have a choice. У нас здесь архитектор летает, или мне показалось? Боже, посмотри на эту локацию. Охрененная лучшая локация в игре. Watch your heads. Structures ahead, Pathfinder, and major energy signals. I'm no Sam, but that's got to be some kind of control. Спасибо, Суви. Держим курс, просто держим курс. We fight them face to face then. Ну и ладно. We can't let him take control of this place. И чё, и где вы? The Archon must be inside already. He'll use Scott to make Meridian a weapon. We can't let that happen. Ничего, ничего. Подойдем поближе. Еще чуть-чуть поближе, да? Боже мой, как вы быстро заканчиваетесь. Куда? Что это такое вообще? Ты жив там, нет? Вообще вроде да, судя по красной. Ты чё он взлетел-то? Улетел! You're on reinforcements on site, Pathfinder. The resistance is with you. Kadara's here too. Remember that. Я помню, помню. Ты бежишь, господи, господи, это наш. Дураки напугали. Я так привыкла, что все, что бежит впереди меня, это враг. Ой. Плохо. Привыкла. С
слишком к такому положению дел. Разорвать. Уничтожить. А, да, и мне, кстати, каждое убийство восстанавливает 25% щитов. Поэтому не удивляйтесь какому-нибудь такому ореолу вокруг меня периодически появляющемуся. Где ты есть? Давай быстрее. Какой ты, блин... Да хватит уже прятаться за этой фигней, заколебал уже. Сыкло. Где ты есть там? Дурак, что ли? Так. Wait, that kitship has lost data shielding. О! Pathfinder, it's the Primus, the Archon's second. She is shooting a lot for someone who offered to bargain. Flying. This deal has been loaded from the start. Ну, не без этого, да. Даже не знаю, честно говоря. Мы, в принципе, находили доказательства того, что Архон там действительно недоволен, так что не думаю, что это обман. Почему бы не воспользоваться? Ради любопытства. Send the kill code. We'll deal with the Primus later. О. Kill code deployed. Main thrusters on the Primus' ship are failing. She gets to look like she was sabotaged, and we get an easier run. О. Hope this doesn't bite us in the tail. Ну, посмотрим. Мне кажется, ей нет смысла нам как-то сильно что-то гадить. К тому же на наши же все приколы это никак не влияет, только на Архонта. То, что она в нас стреляла, это, в принципе, очевидно. Потому что, ну, ей же не хочется свою жопу подставить. Хе-хе. Вы там не рухнете, слышите? Чак тут разобьется, вот не дай бог. Первопроходцы. Красавица. Move inside, Pathfinder. We'll hold the line out here. Keep them off the Hyperion. You take this to the Archon. Understood, Pathfinder. О, какой кадр был, да? Фух. Ну что, вперед. Так, профиль не отрубился? Удивительно. Tempest, we're going in after the Archon. I'll relay the layout to anyone following. Whoa, energy spike. The Archon is doing something in there. Standing by. Scott may need attention. Да уж. Все, козлина, забрал моего брата. Готовься. Готовься к жопораздирающей схватке. Что такое? Ты охренел, что ли, вообще? Упали, что ли, там вообще дружимся? Че так жестоко-то? Я только подошла. Ради любопытства. Ой, как целиться-то сложно. С помощью... Я, по-моему, не попала вообще ни хрена. Потому что это все-таки не самонаводящиеся патроны. Ну, неплохо, кстати. Что-то... Подожди. Со мной что-то происходит. Это то ли моя мышь?
то ли это что-то с игрой? Секундочку, сейчас. Очень не вовремя, как всегда. Эпичность просто на ноль упала. Ну черт, какого фига, удобно же. Сдохнешь ты сегодня. We're doing it. It won't matter if the Archon gets control and blows up worlds. That hasn't left my mind for a moment. Ну ладно. Тихо. Ау. Ау. Как бы так... Куда? Ох, что биотика, которая позволяет проходить через твердые объекты. Так, мне это не нравится. Там точно этот восходящий. Надо бы найти и уничтожить. Воу-воу. Да блин. Дробаш тащит. Call out. Can we hold them? The resistance is with you. You ready? You know it. Here to fight by our cousin. Together. Не помирайте, только слышите? Let them break through this. Too lean for this, Pathfinder. We risk being more distraction than help. Understood. Блин. Нет, не надо. Джал, 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 милый. Хотя нет, стой тут лучше. Стой там, иди сюда. Это вот про меня. Тихо. Что ты делаешь со мной? Да заколебал! Это фигня, которая там стоит? Simulation. Target as directed. New to Chunka representing. Let's go. Numbers say fire. Target the dropship. Он набежал-то. Ладно, допустим. Господи, я, кстати, уже из-за того, что они все болтают, когда я дерусь. Я не заметила, кто там был. Я заметила Эфру, заметила этих родственников Джала. Не видела, может, там Максул где-то был. Но, в общем, сами понимаете, как-то мне не до того было. They're flanking. Weak that side. Can you assist? I'm an assistant. I don't...
I got their attention. Держись. These pillars don't seem structural. Is this all Meridian? I see patterns, like in their small processors. Except the scale here is crazy. Ого. Слушай, вот это вот. Ладно, мне не до исследований. Уже доисследовались. Мне это, знаете, что напоминает? Пятый элемент, вот эти вот камни внутри, помню. А, чёрт. Ой, почему всё должно быть так? Так. Best of the Pachero are with you. Glad to have you. There's nowhere else we should be. Тихо, не надо. Блин, опять, господи. Ну так бежишь, и все. Уже не бежишь никуда. Блин, чего вы так подставляетесь-то, ребята, ну? Нет, нужно от мелочи сперва избавиться. От этого говорить будем, когда стихнет все. Стоять, блин. Пошел нахрен. Ascendant, focus on the shield generator. Да здравствует техника. Да сдохнешь ты сегодня, нет. Досада какая, да? Все, сфера. Так, сфера, ну ты, давай. Комту, мама. Ой, пипец, прям напугал. Нам сейчас было неприятно. Но не настолько. Не-не-не-не-не. Изничтожить, убить, разорвать. Воу, воу, не так же близко, слушай. Too much. Перебор, чувак. Не-не-не, не люблю твои сферы, нет. Мне своих хватает. Воу, воу, воу. Только не вниз, нет, Райдер. Давайте, ну. Хоть раз убить его кто-нибудь без меня. Если бы. Все равно удар последний был, по-моему, опять, да? Ну ладно, они ему хоть остатки здоровья сняли.
Так, полечились. Что-то взяли. Модуль плазменной зарядки. Очень вовремя. Вот прям без него я сейчас вообще не выживу. Pathfinder, multiple system failures on the Hyperion. Damn it. Done. Done. Is there anything we can do? Stay out of our way. There's no pulling up. This is the captain. I need everyone to cryo. Go. 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 Дан, ты что, упала, что ли? I'm rerouting power to all medbay inertials. Дан, не надо. I can give us one shot. Черт, если она погибнет. Get me close enough and I'll biotically shield the bridge. The sleepers take priority. Блин. All hands brace. And it's been an honor to serve. Даже договорить не успела. Серьезно, блин, это капец жестоко. Tip of your boot. Everyone read? That landing just made our stake in Meridian permanent. This isn't a race. We're fighting for home. No argument, Ryder. You have our support. Pathfinder, you take that message straight to the Archon. Я только подумал то, что, блин, наверное, в следующей части такую местную... Do these catch know how committed we are? Can they understand their misfortune? Местную цитадель. Дайте сказать, господи, местную цитадель сделают внутри Меридиана. И причем планетка такая реальная, она очень напоминает цитадель. Вспомните, как, ну, она как бы шла по овальчику, да, и сверху ты мог видеть, ну, другую часть цитадели, то есть там домики, травка. И здесь то же самое, только внутри сферы. Прикольно. Ну все, ребята, мочите. And not you! You will never have our money! The Archon demands you die here! Поговори мне еще. Deploying to safeguard Arc systems. Be gentle. It's been a long ride. Ой, Джал, в тебя попало, прости. Столкнулись плечами. Кто здесь стоит крысит, а? Блин. Ясно, понятно. Так, не говори мне только что... О, блин, серьезно? О, твою мать. Здание. Я пошла. Черт, жал. Не вовремя. Держись. Я сейчас. Может быть. Топим, 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 топим. Топим пиби сюда. Сейчас, сейчас все будет. Кто тут прыгает? Это ты? Ну зло-то какое, господи. Сдохни. Жал. Подъем. В ту сторону. Но не суть важно. Да сдуй ты ж.
Не вовремя, не вовремя вообще ни разу. Красавчики. We're anchored here, Pathfinder. You better not be dead. We are secure for the moment. Secure like we're staying. Next stop, the Archon. Все, козел. Готовь задницу. How far can you go into the shell of a hollow world? I guess we'll find out. Do it. Secure the adaptation matrix. The Archon? Does he know he's broadcasting? А это его не спасет. We're connected. Remnant not attacking? The hell? Could it be guiding us like like the doors? Я с радостью. The Archon. Everyone see that? Doors closing? Could the Archon be forcing us this way? Who else would it be? Сейчас какой-нибудь дополнительный разум, который же жил все это время здесь. More doors. Maybe Scott's found a way to help. Ryder, using remnant hurts you. Prepare to repeat the cortical stimulus. Get out of my head! You are irrelevant. I will use your connection. А прикинь, он станет разумом каким-нибудь искусственным, ну типа, и будет управлять реликтами. This is unsettling. Как в синей концовке. Our home's parked on the surface. We can't stop now. What's the option? Let's go. Look at all this. It's amazing. Oh my. It finally happened. I'm speechless. It feels familiar somehow, should it? Oh, that unnerves me. Can't let the Archon take this. Блин, посмотрите просто на этот дизайн. And ahead. Meridian control. Ready, Pathfinder? It's a gateway to everything we've been chasing. Never been more ready. Yes. I feel it. Ой. Не, очень круто. Вот эта вот финальная локация просто огонь. Вся. There. Meridian. The network. So close. We need to move. Come on. У меня нет спринта, как в Скайриме, жал. Я гоню как могу. Sarah, get my clues? How are you feeling, Scott? If this is being Pathfinder, glad I missed out. So determined, but so pointless. Your connection serves me. I know how it works. The mind is trained to think like the Remnant creators. In this case, painfully. But I'm content to let him bear that burden. Whatever gives me Meridian, I will transcend what you pretend to be. You're out of time. I've matched you every step. You failed, Archon. You're the pretender. You learn by accident. I am the genetic inheritor of a thousand species. Кроме человека. No more mercy. Kill them all. Доктор Октопус, блин. Если эта сволочь что-нибудь сделает с брательником, я не знаю, что я с ним сделаю. Жить он точно не будет. Can they survive drawing this much power? I only care about one of them. Здравствуйте. Что-то я ни в кого не попадаю сегодня. Сперва мелочь, потом все остальное. Oh, I can't keep this up. Stop him! Ты же не говоришь мне это делать на время, правда? Скажи мне нет. Здесь как бы восходящий этот самый Скотт. Держись! Иначе, если я не выживу, не выживет никто. Так, где?
Господи, где они бегают, я их даже не вижу. Лизыть, сволочь. Нет. Все, сейчас убьют. Что-то он подошел слишком близко. Да. Что-то не успела я отпрыгнуть. Не успела. Ладно. Эх, а так красиво было бы с первого раза, да? Can they survive drawing this much power? I only care about one of them. Ладно, черт с ним. Его я долго реально буду ковырять. Нужно от мелочи избавиться. Мелочевка. Мелочевка минус. Я поняла тебя. Так, не трогать сферанутого. А вот теперь можно, да? I will use meridian to destroy you. Я там не в бездну лечу, не? Где-то есть-то. Где? Сорылый. Архитектор классный. Ладно, мы это проходили много раз. Zero, wait. The Archon's pulling too much power. Little busy. It's all going straight through him. Shut down the interfaces. You'll have nothing to draw. You'll take Meridian out from under it. We play this smart. I know it hurts, but you have to call out where to interface. Get me targets! Everyone get that? We're shutting the Archon down. Здесь как бы немножко архитектор. Mark for one of his main power draws. Get there. I'll try to expose it so you can interface. Hurry! Стараюсь. Вот уж не надо. Помолчи. Had enough. This ends here. Может быть? Слушай, а мне как бы, наверное, надо от него еще уворачиваться, да? Или что, мне надо его убивать? Теоретически, как бы, наверное, надо? Блин. Sweep as we go. Now point ahead. Нет, наверное, пока не время. Это будет, видимо, Final Battle, там все такое. Что, где? Где? Кто? Куда? Нет! Где-то тут что-то отсканировать надо. Что и где? I've already surpassed you. You're pathetic. Ты серьезно, блин? Remnant's still incoming. Я не понимаю, что ты хочешь от меня, игра. Что-то отсканировать, говорит. Что-то найти. Ну или не отсканировать, просто найти. Ну ничего же не пикает. Я не понимаю, что он хочет от меня. Still remnant. Need them gone. Чё надо тебе, господи? Может, мне надо его долбить на этот раз? Да как-то не похоже. This is just the start. Блин, я не понимаю. Everything you love will как-то не burn. Что надо тебе, слышь? Просто объясни мне.
Что-то вот в этой зоне, что непонятно. Уничтожить всех реликтов. А. Ты где был все это время? Господи, аллилуйя. Чертовы скрипты. Жал, жал. You pushed too far. Now you'll pay. Get all targets. Keep a straight course. Здравствуй. Догони сперва. Так, где? Ты? Да не, опять сюда показывают, блин. А, вот, теперь все. Теперь все как надо. Сэм? I'm still restricted, but the more remnant you destroy, the more fractured the Archon's attention. Hold position, kill remnant. I'm on it. Чёртово собирательное задание. The remnant has got me now. Let's open it up. Me. You didn't think I missed this, did you? Everybody's joining in. Ребята, давайте поднажмите. Так, милый, только не суйся. Я тебя умоляю, только не помирай. Hold position near the relay. Keep his remnant busy so I can focus. Я в процессе. Скотт, я понимаю. I need him distracted. Я понимаю, твоя сестра очень прохлаждается много. Понимаешь, здесь ничего не жмёт, не жмякается, вообще ничего. Так, сюда. Нет, еще нет. Да боже мой! Да-да, звезди там. Корифей тоже много говорил. Вообще ваша черта, да? Где-то есть эта сволочь маленькая. Эй! Clear everything to the relay. Че ты спрятался, а?
Воу. Ясно, понятно. There is no walls that will hide you. No escape. А? Блин, это раз еще чуть-чуть. Sweep as we go. Now point the head. Ой-ты-ты-ты-ты. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу! Интерфейс? Где? Что? Почему я застряла? Потому что гребаная консоль. Я, блин, пока жала в панике единички, двойки, у меня какая-то долбанная тильда включилась. Ой, прям как обидно. Ой, я надеюсь, не с самого начала. А, с другого... Ну ладно. Чёрт. Пока пыталась этот самый двоечку нажать, нажала на тильду и не заметила, что у меня туда в консоль это набиралось. Блин, обида. А. Ну ладно. Ну ладно, эта смерть не считается, ага. Потому что это чертова консоль. Я реально не заметила, что у меня уже там натыкиваются. Смотрю, думаю, что она не двигается. А у меня все команды в консоли идут. Пошли вон. Сейчас просто сделаем аккуратнее и быстрее. Бла-бла-бла. Дырку сверлит в этом несчастном месте. Так, тут все. Released, да ты мне сперва, блин. Это ж сволочь в меня целится. Чтоб моим не прилетело этой красной фиготой. Не-не-не! Нет, не смейте. Нужна жиська, тут она тут была. Вон она. Жиська, 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 жиська. Все есть. Стрелять в фигню. Конечно. Your people will beg, and there will be no mercy.
Долго речь-то сочинял, придурочный. Так вот, вы меня бесите, вот эти вот козявки, которые ходят туда-сюда. Блин. Держись. Скотт, are you okay? You need to hurry, Pathfinder. We're all straining. Легко сказать. It will be like you never came here, never existed. Ай-ай, нет, нет, не смейте меня. Ты что, упали, что ли? Пошли вон. Нет, 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 туда, туда, туда. Keep moving. We need the power relay. Не-не-не. Сныкаться. Плохое место. Не в то место сныкаться. Плохо, 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 плохо. Жизнька, 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 спасибо. Щелочку. Ой. You earned this. Every life lost is on you. Конечно. Какая скотина. Creep as we go. Nav points ahead. Блин, как... Какие... Что меня бесишь? Сильно бесишь, пошел он. Вот здесь еще какая-то сволочь, кто это делает? You think you are special? We have exalted countless species. I'm in range. Expose the relay. I'm trying. We've almost got him. Don't give up. I'm not done yet. Hold there. Опа, здравствуйте. Наши? Неужто наши? Господи, слава богу. Стрелять туда. Больно, больно. Блин, самое противное, нужно здесь стоять. Чтоб тебя. Лем, Лем, давай, я верю в тебя. Хоть бы шлем надел, дурак. Голову совсем не бережешь, она у тебя и так пробитая. Что я хочу? Got it exposed. Lock it down. Interface now. Бегу, лечу. Relay down. Tell me how to bring this all home. One more. Just one. Scott? Scott! Нет, yeah, получается. Time, Pathfinder. Hurry. Черт. Clear everything to the relay. Да я, что за подстава сейчас была? Мне проще, по-моему, зачистить их, потому что непонятно, когда они еще вылезут и нагадят мне. Так. This is not the end. I have the network. Бла-бла-бла-бла. Черт. Ну, я так и думала. Ох уж эти мосты из вот этого всего.
Жизьки, все хорошо. Clear everything to the relay. Болтается еще. Сломалась твоя домашняя зверушка. Скотт, покажите мне Скотта живого и невредимого. Внезапно цветы, смотри, выросли с травой. Ну это Меридиан. Вот эти деревья, я их узнаю. Все такие счастливые, а Скотта не показали. Ну как быстро. Не надо мне тут мозги. Живой. Красавчик. Умница просто. The word's out. Everyone's elated, but the Nexus wants to know what's next. Я бы хотела Архонту в рожу плюнуть. Он просто упал и все, и чё, и даже не подошли, не пнули его. Чё за фигня? Завали их двух данными. Tell them. Tell them we're home. Может, Архонт выжил? У-у-у-у. Реально, они хоть пульс у него проверили, а? Да. Не, ну, честно говоря, финальная битва, она не сильно отличалась от всех тех битв, которые у нас были с архитекторами. Ну, с поправками. Мне не додали как-то с Архонтом. Кажется. А это же прям титры, да? Ну, конечно, не могло быть иначе. Еще один придурок. Блин, один другого краше, господи.